Как приготовить обыкновенную запеканку или творожники только с бананом и с изюмом. Нам понадобится два вот таких поспелых банана. Разминаем вилкой. В эту массу 3 яйца перемешиваем. Сахарный песок по вкусу. Совсем немножко солюшки. Перемешиваем. Добавляем промытый изюм по вкусу. Полкило творога. Манная крупа, грамм 50-70. Все перемешиваем до однородной массы, лучше, конечно, руками. При желании можно добавить 1 ложку разрыхлителя теста, чайную. Нашу массу выкладываем в емкость, смазанную растительным маслом, где вы будете выпекать. Если у вас есть сметана, то поверхность можно смазать сметаной. Тогда он у вас будет красивый, блестящий, с красивой корочкой. Но если нет, он все равно будет красивый. Если вы будете украшать вот так, как всегда делают, то ваша запеканка будет сухая. Ставим выпекаться 180 градусов, 183. Температура 20-30 минут. Если у вас пригорает низ, ставьте вниз воду. Если пригорает вверх, то закрывайте пергаментной бумагой. Вот и готова наша запеканка. Ее вкусно со сметаной, с вареньем, со сгущенкой, с киселем. Можно есть как в холодном, так и в горячем виде. Но после жарочного шкафа я ее никогда не нарезаю. Даю хотя бы минут 5 постоять, иначе она будет разваливаться. Мое время приготовления составило 40 минут в мини-печке. Готовьте на здоровье, кормите семью. Всего доброго, пока-пока!